Находимся мы в Костинский район, жилой комплекс «Облака». Сейчас мы проезжаем с вами Мацесту. Видим, как у нас строится объект ЖК «Челтенхем». Давно там не был, но видно, что еще работы ведутся по фасаду. Очень интересно, красивый получается у него проект в Альпике. Ну, пожалуй, наверное, необычный. Вот. Если там запустят в этом году, если вдруг они сдадут как положено, запустят нас на ремонт, имейте в виду, мы с удовольствием туда зайдем, потому что проект интересный, большой, крупный, хотелось бы там поучаствовать. Также хотим напомнить, что у нас в Альпийском квартале, то есть несколько квартир, хотелось бы попасть и в Морскую симфонию, в принципе, у нас уже есть заявки, и в жилом комплексе «Фрукты». Сейчас мы едем на транспортную, жилой комплекс «Облака». Помните, мы делали там в стиле лофт черновой ремонт. Вот, сейчас будет маленькая квартира нестандартной планировки. Клиент попросила посчитать именно черновой ремонт. Вот, и далее у нас будет, ну, рабочий день. И обязательно, кстати, сегодня я сниму вам хорошую квартиру одного из моих клиентов, который давно покупал квартиру. Сейчас у него после двухлетнего проживания в новой квартире с новым ремонтом появились то есть ситуации, которые вынуждают его продать квартиру. Поэтому я вам покажу готовую квартиру с ремонтом, со статусом квартиры, которую можно даже рассматривать будет в ипотеку. Вы же любите именно квартиры ипотечные, да? То, говорят, вот один статус ЖП, там все такое. Вот, в общем, оставайтесь с нами. Так, мы на транспортной, вот он, жилой комплекс «Облака», это квартирник. Ранее его строили, видимо, как коммерческое помещение, поэтому на некоторых этажах там можно как двухуровневую делать, либо как лофт, потому что потолки выше даже 4 метров. Так, смотрите, какой здесь вид. Так. У нас нестандартная, ребят, планировка. Обратите внимание, вот эта входная группа. И здесь идет стена вот таким вот образом. Видите? Наискосок. То есть вот это фактически окно предусмотрено для спальной комнаты. Как она будет выглядеть, нужно будет схематично это все рисовать и доделывать, переделать и так далее. Здесь есть газовый котел. То есть предусмотрено будет газовое отопление. И, скорее всего, сейчас заказчик определяется, будет делать либо теплый пол, либо устанавливать батареи. Но сразу вас хочу предупредить, если вы заказываете теплый пол, то определенно нужно будет укладывать в дальнейшем плитку. Если вы делаете батареи, то вы можете использовать ламинат. Но с теплым полом на маленькую площадь удобно то, что вы можете мебель устанавливать в тех местах, где не будет мешать вам батареи. В общем, здесь все ясно. Посмотрим по поводу санузла. Возможно, здесь будет какая-то корректировка. Немножечко чуть вынести его, вот, чтобы он был более удобный. И все такое. Следите за этим нестандартным объектом. Ну и здесь высокие потолки. Они чуть выше 3 метров. Но заказчица будет до ригеля, то есть штукатурить и опускать потолки, чтобы ригельная система была уже скрылась. Ну, скрытая. И снова здравствуй, пробка перед Хостинским тоннелем, да? Или мы проехали Хостинский тоннель? Проехали. А, мы проехали. И вот перед въездом в Адлерский район у нас образовывается пробка. Сейчас мы поедем в центр Адлера. Мы до сих пор еще не выбрали для нашего офиса диван. Вот, нужно еще посмотреть. Ой, как долбал. Стулья. В общем, такие, я имею в виду, кресла. Кое-что из мелочей. Посмотрите, бытовую технику нужно кое-какую. Вот. А потом, конечно же, я обещал вам показать очень интересное предложение квартиры, поэтому смотрите видео до конца. Я уверен, что вам понравится и ремонт, и расположение, и планировка, и все остальное. Так, City Plaza. Здесь есть магазин Hof, есть M-Video. Прямо туда. Так, так как мы хотим белый, а это вот бежевый. И этот, конечно, более-менее белый, но тоже под заказ. Их надо будет ждать до начала августа, ребят. Так что вообще в Хофе то, что вы смотрите, и то, что вам понравилось, вы не купите сейчас.
это выставочные экспонаты, которые остаются здесь, даже при наличии денег, без всяких кредитов и так далее. Все либо на складе, либо несколько дней ждать. Так, кресел не так уж и много. Выбирали, именно чтобы белый цвет подошло. Именно вот такие вот креселки будет возле переговорного стола. И еще один офисный, но его здесь выставочного экспоната нету. Тоже заказали, и он будет для секретаря более комфортный, удобный уже с подлокотниками. Так, ну что, все заказы сделали. В субботу нам уже все это дело привезут. Так, мы пришли в МВидео, тут по соседству, смотрим. Ну, нужен хороший компьютер, естественно, да, тот, который у нас стоит, не пойдет. Ну, примерно вот что-то подобие вот такого вот моноблока, да, вот этого. Более-менее подойдет. Так, еще нам нужен, конечно же, будет телевизор. Вот из недорогих есть вот такой со Smart TV Sony. В принципе, тоже неплохой. На первый взгляд маленький, но вообще это 40 дюймов. То есть, в принципе, пойдет. Будет у нас там крутиться реклама, и так можно будет посмотреть телевизор. Все равно нужно в офисе. Выбрали, оплатили, порешали вопрос с мебелью. Еще у нас будут вопросы и с наружной рекламой, внутренней рекламой, вывески и так далее. Но это мы оставим чуть-чуть на потом. Сейчас, как я уже сказал, едем смотреть квартиру, поэтому оцените это предложение, пожалуйста. Смотрите видео до конца. Гораздо, наверное, приятнее смотреть квартиру уже укомплектованной, с мебелью, с ремонтом, чтобы проходила ипотека Сбербанка и чтобы был это статус квартиры. И цена, чтобы была адекватная, и чтобы дом был небольшой, чтобы было парковочное место и газовое отопление. Это самое главное. Ведь когда вы смотрите какие-то вторички старого фонда, там централизованное отопление, и оно дорогущее. То есть те люди, которые покупают квартиру, должны понимать, между газовым, электрическим отоплением, централизованным есть огромная разница. Сегодня я покажу вам квартиру моего клиента, который покупал года 2 или 3 назад в этом доме квартиру. И мы даже делали ремонт. У меня тогда работал один знакомый, который занимался еще ремонтами. Это был, наверное, первый мой случай, когда я начал кого-то рекомендовать, потом уже появился Николай и так далее, и Владимир, и потом я уже сам решил заниматься ремонтом. Ремонт сделал качественно, то есть тут вопросов вообще нет. Планировка хорошая, большая и стандартная, квартира угловая. В общем, смотрите видео до конца, я уверен, что вам понравится, тем более здесь адекватная цена на сегодняшний день. Если у вас есть квартира по адекватной цене, срочно мне звоните, мы обязательно ее опубликуем. Итак, погнали. Ну, давайте начнем, как обычно, с коридора. Все то, что вы видите, вся мебель, все это остается. На полу в коридоре плитка. Квартира двухкомнатная. Ну, начнем, пожалуй, сразу с санузла. Раздельный санузел, что очень редко встречается. Полноценная ванна. То есть хорошая плитка. Нормально все сделано. Полноценная ванная. Далее заходим, хорошие двери. Смотрите, нормальные двери, бесшумные замочки, все аккуратненько, все закрывается. Здесь инсталляция, то есть отдельный санузел, то есть туалет. Только нужно будет светильник по своему усмотрению поставить. Тоже аккуратненько все закрывается, открывается. Пойдемте дальше, наверное, на отдельную кухню. Хороших стандартных размеров, да, ребят? Вот смотрите. Редкий случай, когда начинают не кроить настолько, что кухня становится совершенно, ну, неудобной, нефункциональной и так далее. Либо ограничивает ее, вот, грубо говоря, вот таким вот уголком. Да? Здесь она просторная. Единственное, что не убрали в шкаф, но так вот захотел собственник. Но мебель, опять же, новая. Здесь буквально 2 года, как сделан ремонт. То есть этот агрегат дает вам возможность использовать горячее водоснабжение и батарея отопления, которая здесь везде в каждой комнате есть, вот, экономит ваши средства. То есть коммуналка будет недорогая. Также плита, вот смотрите, универсальная, да, есть даже электрическая. Если вдруг отключат газ по каким-то техническим причинам, то у вас всегда будет
на чем приготовить. Стиральная машина LG, установлена именно на кухне, потому что кухня просторная, позволяет ее сюда разместить. И здесь обеденная зона. Тут уже вы сами сможете, может быть, какой-то лучший стол поставить, смотря сколько у вас детишек и так далее, какая у вас семья. Это обои. Пойдемте дальше. Здесь у нас, проходим по коридору, спальная комната. Здесь уже висит люстра, натяжные потолки, тоже здесь обои. На полу ламинат. Вот это такой красивый ламинат. Два окна, ну здесь вот такая полочка и кровать со столом. Далее мы проходим с вами во вторую комнату, она тоже не маленькая, стандартных размеров, причем угловая с вот еще одним дополнительным окном, ну может быть для проветривания, хотя здесь есть большая застекленная лоджия, ребят, хорошая лоджия. На обои, тоже на стенах обои. В принципе, все хорошо, ничего не скрипит, все отлично, балкон весь сделан и утеплен, также здесь лежит плитка, солнечная сторона и все такое. Так, ребят, 55,8 квадратных метров вид здесь, въездные ворота автоматические, мы на улице Мира находимся, это микрорайон Веселое, есть у каждого свое парковочное место, то есть дом небольшой, сейчас снаружи вам его покажу, он трехэтажный и имеет статус квартиры. Также установлен кондиционер, ну, все отлично, все тепло и прохладно, когда жара, допустим, стоит и все такое. Так, пойдемте теперь посмотрим, что у нас снаружи, какой подъезд. Придомовая территория небольшая, большую ее часть отдана парковке, потому что, в принципе, парковка, ну, очень важна. Вы же все передвигаетесь на автомобиле, до моря-то здесь всего, получается, 3 километра. Напротив магазин есть, до школы здесь где-то 1,5 километра, там сотая школа, поликлиника, в общем, это обжитой хороший район, ну и при этом он спальный, потому что здесь нет огромных каких-то высоток. Так, смотрите, коридор выглядит вот таким вот образом, он светлый, потому что здесь установлено окно. Управляющая компания уже здесь есть, эксклюзив. Далее здесь вот есть колясочная. Выходим, все под домофоном, одна группа, и, как вы видите, есть даже парковочные места. Квартира, кстати, находится на первом этаже. Вот так вот выглядит дом, трехэтажный, называется он жилой комплекс «Веселое». Здесь у меня достаточно много было продаж еще на этапе, когда уже были получены документы строительства, так сказать. Здесь есть небольшая игровая зона, пальма. И смотрите, интересно, какая зона отдыха, да, общая. Ну, конечно, не бизнес-класс, но тем не менее есть беседочка со светом и мангальная зона. По соседству у нас здесь Виолет 2. Тоже статус квартиры. Ну, а здесь трехэтажный жилой комплекс, газифицированный. Все как положено, и видите, сколько парковочных мест здесь. Вот вы видите придомовую территорию и въездные ворота. Ребят, что касается цены, смотрите, 215 тысяч за квадратный метр, с таким ремонтом считаю вполне адекватную цену. При этом стоимость выходит 55,8 квадратов, 12 миллионов рублей. 12 миллионов рублей, двухкомнатная полноценная квартира с хорошим ремонтом, ничего переделывать не надо, с парковочным местом, буквально в 3 километрах от моря ждет вас, поэтому обращайте внимание на этот комплекс. И ждите следующих обзоров, потому что в любом случае те люди, которые ко мне обращаются, их не оставляю вот, ну, без внимания, и, соответственно, всегда показываю ваши варианты. Главное, чтобы они были адекватные по цене. Жилой комплекс на улице Мира, 83. Ребят, скажите по поводу квартиры. Вы пишите в комментариях, я уверен, что она вам понравится. Ну, хотя бы кому-то. Не забудьте, что можно рассмотреть ее даже в ипотеку. Да, это большая планировка. Да, цена адекватная. Если вам нужна маленькая планировка, если вы хотите купить за 200 тысяч за квадрат, например, у нас есть в Уюте квартира, она до сих пор стоит в продаже. 28,5 квадратов, 5700. За наличные тоже
можете обращаться, пока она есть. Сейчас мы едем в офис, пока еще в старый офис, и составим там два договора. Первый договор у нас будет по ЖЛК семейный. Ребят, в семейном, в Лазаревском у нас уже четвертая квартира. У кого есть там квартиры, пожалуйста, не тяните резину. Вот, потому что тоже материалы непонятно, как себя ведут по цене, по стоимости и так далее. И, соответственно, ту квартиру, которую сегодня с утра мы с вами видели в ЖК «Облака». Интересный тоже проект, нестандартный планировки, поэтому смотрите видео до конца. Смотрите на канале Master House, как будут происходить все этапы. Ну и подписывайтесь на наш канал, на канал Master House, если вам нужна недвижимость, если вам нужен ремонт, если вам нужна мебель, ту, которую у нас изготавливает Павел, тоже обращайтесь. Циферки на экране, номер телефона, по которому вы с нами связываетесь. Лайк поставьте или дизлайк поставьте, без разницы. Помогает нашему каналу. Все, желаю вам хорошего настроения. Приезжайте в Сочи. Пока.